Шеф-редактор телекомпании «Югорск ТВ» переболела коронавирусом буквально 2 недели назад. В общей сложности симптомы проявлялись в течение 5 дней. Болезнь протекала в легкой форме. После выздоровления и выписки Ася стала жаловаться на память и хроническую усталость. О том, что есть такой эффект после заболевания коронавируса, как туманная голова, я читала. Но, честно, я даже вот предположить не могла, насколько это тяжело. Ну и вообще, что это правда. Какой-то шум в голове, потеря памяти, да, то есть я забываю слова, я забываю, что я делала. Могу повторно это сделать. Я какая-то рассеянная, настроение плохое постоянно. Последствия коронавируса называют постковидным синдромом. В 80% случаев он сопровождается приступами резкой слабости. Первые признаки начинаются у пациента во время болезни и сохраняются на протяжении долгого времени. С жалобами на панические атаки, нарушения сна, различные фобии, склонность к депрессии и раздражительность все чаще югорчане обращаются к врачу-терапевту. У жителей города Югорска есть также такие проявления нейроковида. Это тревожные расстройства, панические атаки, фобии, нарушение сна. У групп и молодого возраста, которые перенесли легко ковид, и в группе среднетяжелое течение, и, конечно же, у пожилых. У пожилых особенность нейроковида проявляется в прогрессии хронической энцефалопатии и раннее развитие деменции. То есть встречаются такие случаи, что во время острого ковида, то есть даже не в постковиде, а во время острого происходит резкая деменция, то есть человек теряет когнитивную функцию именно во время острого ковида. Ну и, конечно, в постковидный синдром это снижение когнитивных способностей, снижение мыслительных процессов. Вот это все мы видим. И есть у югорчан тоже. Сейчас в Минздраве прорабатывается механизм организации консультации у врача-психиатра. Планируется, что переболевшие ковидом смогут обратиться к специалисту во время прохождения углубленной диспансеризации. Практика показывает, что это необходимо. В 2020 году за помощью к психиатру обратилось около 20 югорчан. В 2021 – в 3 раза больше. Кстати, осложнениями после болезни подвержены как женщины, так и мужчины. Врач-психиатр, естественно, определяется уже с объемом необходимой помощи, да, то есть то либо это консультативная просто помощь и какие-то рекомендации в семье, в быту, на работе, да, либо это когда беседа у врача-психиатра начинается со слез, с потери смысла жизни, вплоть до суицидальных тенденций, ну, здесь уже, конечно, направляется на круглосуточный стационар под наблюдением врачей-психиатров, назначается более серьезная медикаментозная терапия и уже работает медицинский психолог. Отмечу, что постковидный синдром может возникнуть вне зависимости от того, в какой форме коронавирус протекал у человека. Сколько он может продлиться, неизвестно. При этом медики полагают, что улучшить состояние при постковидном синдроме может вакцинация. Прививка на треть снижает вероятность длительных симптомов. Екатерина Козлова, Артем Крюков, Югорск ТВ.